Сьогодні вночі під час вибору пісні Богдан вкрай розгубився. І з наданого списку композицій чоловік не знав жодної. Дівчина, яку я взагалі? Бо тут, тут це все, я навіть не знав, що це мальчики, що то дівчинки співають. Тільки одна назва здалася йому знайомою. Якщо не «Сею, сеймі», то от тако просто. Я пил чай в этом прекрасном саду, под этими прекрасными кустами. Ну и что ходить туда-сюда? Времени что нет, надо учить песню. Есть старый способ такой, под подушку. Ложишь под подушку, и оно утром все выучивается. Так, я когда-то так Бородино учил в школе. Скажи-ка, дядя. Ну ладно, і під подушкою, і утром розказав. Перевірений спосіб Богдан застосував і цього разу. Я вже вроді і медитував там, і упражнення робив. Надо ще зробити, якщо успію. Подишати, очистити голову, мислі очистити. У мене настільки переживають, ну так, нерви. Богдан Совик. Богдан. Что вы нам приготовили на сей раз? Приготовил «Say You, Say Me» Лайонел Ричард. Прекрасно. Вы готовы? Ну, вечером был готов. А сейчас, ну, посмотрим. Ну, тогда вам несколько секунд для полной готовности. Спасибо. Переживаю просто. Спасибо. Спасибо вам, Богдан.
Вы довольны приемом зрителей? Как воспринимаете? Спасибо зрителям. Я очень волновался, думал, что плохо будет, что не будет вот этого. Я очень благодарен, что аплодисменты есть. Да. Давайте посмотрим, рискнут ли зрители сказать вам правду, все, что они о вас думают. Прямо в лицо. Конечно. Вы готовы рискнуть? Да? Скажите. Богдан молодец. Он как моторчик. Он заводит с первых нот. Такой ретро-парень. Молодец. Супер. Спасибо. Спасибо. Ретро-парень. Как интересно. А вы что думаете? Вышел непривычно для нашего времени образа. Я подумала, что он будет немножко по-другому петь. Но когда он начал петь, он так взорвал. Он прям вообще, мне мурашки пошли по коже. Очень классно. Спасибо. Спасибо. А он хиппи. Да. Спасибо. Богдан, удачи вам. Всего доброго. Спасибо всем. Спасибо. Привіт. У вас класне плаття. Мене зарядили капітально. Люди, зал, вони, я не очікував такого просто.